Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами будем садить перец. Перец сладкий богатырь. Высота растения идет 55-70 сантиметров. Обычный болгарский перец сладкий. Массой до 200 грамм. Говорю до 200, потому что на пакете написано 100, до 160. Я вас уверяю, что перцы могут быть и крупнее. Это зависит от того, как, в каких условиях вы будете выращивать болгарский перец и как будете за ним ухаживать. Значит, садить я буду сразу вот в такие вот ячейки. Подписываю его перец богатырь, чтобы знать, что у меня здесь сидит перец. Садить я буду всего их 5 штучек, потому что вы уже видите, наверное, на моем сайте, что я сажу много разных перцев. Поэтому сажу их по чуть-чуть, чтобы все попробовать и все увидеть, как растут. Значит, подготовила я землю, обычный чернозем с перепревшей травой, то есть компостом. Вот. Перемешиваю их. Ну и в дальнейшем мы с вами произведем посадку болгарского перца и поливку, значит, разбавленным раствором, фитоспорином и водой. В пропорции 10 капель на 1 стакан воды. Давайте проведем посадку. Произведем. Так, вот по одному зернышку мы ложим в каждый горшочек. Комочки убирать лучше, чтобы они нам не мешали в дальнейшем схожести семян. Вот мы с вами положили по одному зернышку. Сейчас мы их аккуратно заглубим. Заглублять сильно не надо, где-то на пол сантиметра. Потому что земля осядет еще и прижмет как бы и так семена. Так, сейчас мы с вами сразу проведем опрыскивание, то есть обработку земли от грибных всяких заболеваний. Почему я сажу стаканчики? Потому что я сажу не так много, мне так проще. И в дальнейшем поливать можно будет через вот эту тарелочку, как можно сказать. В нее будем наливать воды, а перцы уже через дно стаканчиков, через дырочки, через отверстия будут брать столько влаги, сколько им всего надо. Так, сейчас мы с вами хорошенько все прольем. В дальнейшем надо будет следить за тем, чтобы почва всегда была влажной, чтобы наши с вами семена не смогли высохнуть при всхожести. Они очень ранимы. Вот так вот легко выращивать рассаду на Урале. Садить. Так, еще. Хотела обязательно сказать, что желательно, чтобы всегда был свет, чтобы рассада наша не вытягивалась. Если рассада будет вытягиваться, вы можете посмотреть мои прошлогодние ролики, чем обрабатывать рассаду для того, чтобы она не вытягивалась. Ну вот мы с вами и произвели посадку семян перца богатырь. В дальнейшем я буду вам показывать, с каким интервалом надо подкармливать рассаду, как за ней ухаживать, значит, ну и как ее высаживать, конечно же, в саму теплицу или парник, это уже на ваше усмотрение, что там у вас. У меня поликарбонатная теплица. Так что подписывайтесь на мои видео, чтобы в дальнейшем видеть, что и как можно вырастить в домашних условиях для свою рассаду, для своего дачного участка. Всего хорошего, пока!